Всем привет! В этом видео я покажу, какая же картошка семян у меня выросла. В предыдущих видео я показывала, как я сеяла семена картошки, картофеля, и как я ее выращивала. Ну, как сажала в открытый грунт и дальше растила, я не показывала, конечно. Ну вот, пришло время. Сегодня у нас 15 сентября. Уже стволы давно повысыхали. Все, у меня не выходило времени ее выкопать. Картофель Дева. По идее, она должна быть красная. Среднеспелый сорт, популярный. То да сё. Ну вот я выкопала два кустика. Но она не красная. Вот такая вот с одного. Одной луночки. Это один отросточек, стаканчик был посажен сюда. Видите? Вот это семенной картофель. И семечки. Но так вот, если посудить, конечно, урожайный куст, да? Очень много его. Вот из этой картошки будет на следующий год серьезный урожай. По идее. Это чистый, как говорится, семенной продукт. А вот я вторую луночку выкопала. Тут совсем чуть-чуть. Ну и тоже совершенно другим цветом. Тоже не красная. Но будем смотреть. Здесь совсем чуть-чуть. 6 штучек получилось. И вот я начала еще. Хотела подкапать. Думаю, покажу. Вот такие вот стволы. Вот тут два куста, вот они. Тут уже как-то посерьезнее стволики, но они уже высохли, уже все. Пора копать. Созрело, как говорится, можно ее убирать на хранение. Сейчас выкопаю, покажу, что будет еще. У меня тут совсем чуть-чуть кустиков было, так как у меня рассада попала тоже под плохую погоду, когда я уже вынесла в тепличку и рано ее раскрыла. И много рассады у меня немножко прихватило морозиком. Сейчас я выкопала два кустика. Я была в шоке. Вот они. Ботва, вот она. Я в шоке. Одну даже лопатой попорезала. Разве можно из семян вырастить такую картошку? И опять, видите, просто там чуть-чуть она ближе к розе была, этот куст, два кустика даже. И там больше влаги было. И она вот так вот, вот такая выросла. Ничего себе. Порезала, конечно, много. Одну вообще почикала. Не ожидала, что там может быть большая картошка. Это двух кустиков. Представляете? По сравнению с этими горошинами. Не знаю. И она очень сильно выделяется, да? Ну, красной получается у меня нет. Это, наверное, вот это у меня было два стаканчика, где уже прямо аж картошечка, как говорится, завязала плодики. Вот они были посажены. И вот такой урожай дали. Это на покушать пойдет. Удивительная картошка. Я даже не знаю, что это за сорт. Где моя Дева? Но на картинке же она красная должна быть. Ее нет. Красная красивая картошка. Я искала, думала, может, рока будет с семенами. Это что-то наподобие, она очень похожа была. Нет. Нет. Ну и это какая-то совсем темная. Ну, все равно я ее сохраню и попробую посадить на следующий год и посмотреть, что же будет. Мне очень интересно. Я это делаю в первый раз. А вот еще копнула два кустика последних. И вот три штучки. Вот такая манюня. И опять же белая.
И вот такая с одного кустика. Я опять ее тоже срезала. Но это хотя бы похоже с ней. Ну, вот, вообще меня поражает. Но то, что я хотела, не получила. Вот этот кустик мне, конечно, больше нравится. Я, наверное, его оставлю, попробую на следующий год. Остальные я и пробовать не буду. А вот этот кустик я посажу. Уж очень он оказался плодовитым. Вот с этих маленьких картошин будут серьезные кусты на следующий год. Так что ждите ролик. И всем пока.